Итак, всех приветствую, мои дорогие друзья, подписчики, гости YouTube канала. У нас очередные посылочки с сайта AliExpress. Я думаю, что сегодня должна быть такая вот, заказывали на зиму. Зимняя тематика. Ну, сейчас мы вместе с вами посмотрим и начнем. Первой вот этой вот посылочки. Аккуратненько откроем. Что-то у нас там в салфанке. Салфанки, рукавички. Так, да, как я и говорил, зимняя тематика. Тут у нас открыт пакетик фирмы The Bigger Just Go Head. Киркет сайт TheBigger.com. Можно сказать, вот такие вот рукавички зимние. У нас внутри коричневый такой вот мех. Они у нас идут женские. Здесь у нас такая вот липучечка. То есть можно регулировать размерчик. Вот. Здесь у нас такой вот мех. На ощупь такой довольно таки интересненький. Так, не разгибается. Вот тут у нас должен быть, по идее, тачскрин. Сейчас возьмем телефончик и проверим. Сейчас, секундочку. Так, дорогие друзья, тестируем наши рукавички на работу тачскрином, есть у нас тут или нет. Да, есть у нас тут тачскрин, все работает, как видите, все ставится. На этой рукавичке это тоже, наверное, тачскрин, да, тоже, то есть и там тачскрин. На этой уже рукавице то же самое, перчатки. Работает у нас тачскрин, да, все работает, можно больше не мучиться. Вот. Следующая наша посылочка. У нас тут женские товары. Бюстгальтер. Такой вот черненький. Так, вот поролончик. Такой вот прозрачный у нас. Три защелочки. Так, бретельки у нас съемные. Что еще сказать? Нитки, в принципе, не торчат. Так, надписи Made in China тоже у нас нету. Размер 36/80. Даже штрих-код какой-то есть. Так, написано стирать вручную при 40 температурах. Не выкручивать, не гладить. Ну, еще что-то. Такое вот. И вот солидные застежки. Следующий у нас розовенький скалдер. В принципе, такой же самый. Тоже самые фирмы. Пришли в одной посылочке. Такой вот бантичек. Такое вот у нас кружево. Кружево разное, оказывается. Да, здесь такое кружево. Вот. Бретельки тоже съемные, тоже сбоку прозрачные. Внутри застежечки, поролончик. В принципе, все как обычно. Вот, тянется отлично. Вот, подсказывает мне, что он без косточки. Я, честно говоря, вообще не знаю, это хорошо или это плохо. Что есть косточки, что нету косточки. Ну, вот такие вот у нас вот третья посылочка. Сейчас посмотрим. Итак, продолжим наш видосик. Здесь у нас такие вот наушники. Коробка просто в хлам. Здесь упаковал, ничего не скажу, не сильно. Вот. Такая вот у нас тут упаковка пришла. Как-то упаковать такие вещи. Здесь даже порвалось. Я не представляю. Но надеемся, что у нас здесь все целенькое будет. Сейчас мы ее выровняем. Это у нас тут Bluetooth колонка. Ой, Bluetooth наушники. Вот. Так.
У нас здесь скромный мануальчик. Коробочка здесь тоже. Скромный мануальчик. Stereo White Height Manual. На английском языке. Вот кабель с USB разъемом. Думаю, не длинный. Наверное, это 50-й стандартный. Как сами наушники. Все, слава богу. О, как у меня все стрёмно так открывает. Все так. Ну, как-то это все хлипенько. Хлипенько. Я думал, более будут такие они надежно. Ну, вроде бы ничего. Он, оп, потом включить. О, девайс, you have it to tell. Так. Все включилось. Все работает. Вот, сейчас я попробую с ними разобраться, подключить на свой смартфон. Может, вместе с вами попробую сейчас подключить на свой смартфон. Ну, это у нас они по Wi-Fi, по-моему, да? Сейчас мы попробуем по Wi-Fi их подключить. Да, вот, появилось у нас на английском, на китайском языке, походу, это они. Вот. Что у нас здесь есть? Ну, здесь есть разъем, флешка, microSD. Никаких, кстати, пленочек нет. Интересно так. Никаких пленочек. Здесь это вот прорезинено, мягенько. Все хиленько это все дело у нас тут. Ну, вот такие вот наушнички, не регулируется. Да, цены, конечно, не дешевые, а запрашивает какой-то пароль. Сейчас вношу. Здесь у нас никаких паролей не указано. Ладненько, разберемся тогда по ним дальше видео. Итак, по данным девайсам, в принципе, разобрались. Это у нас подключается. Разъем можно подключить, если есть выходы под наушники, можно подключить к этому. MicroSD, USB зарядка, сколько держит, уже покажет жизнь. Управление у нас. Так, и покажем по самому подключению по данному девайсу. Подключаются у нас они по Bluetooth, заказывают, не по Wi-Fi. Вот так вот. Включаем Bluetooth на телефоне. Вот меня уже ищут. Появляется вот такая вот, я уже подключил. Появляется такая вот NAT LPT 660. Говорит, что Bluetooth у нас подключается. Подключено. Вот. Так, что же можно сказать? Сейчас запустим YouTube и проверим. То есть, надеюсь, нас не забанят. То есть можно управлять, то есть наушников. Нажимаю вот эту вот кнопочку. У нас, видите, начала запускаться музыка. Управление. А то у нас переключает следующую музыку. Один раз нажатием переключает у нас музыку. Вперед-назад, два управления. Голос у нас удерживаем. Вот. Звучание просто бомбесное, басы и все остальное просто шикарно. Правда, они такие вот клипенькие. Там мы видели, что переключается у нас музыка так. И пауза нажимается у нас так. То есть можно управлять даже YouTube с телефона. Все супер.
Так, я взял аккуратненько, так вот это все дело у нас раздвигается. Еще раз говорю, что все оно такое вот липенькое. Можно было, конечно, как бы понадежнее, потому что ценник, конечно, не дешевый. Вот, заказывали специальники подороже. Да, звучание шикарное, но вот само качество, конечно, здесь у нас вот так вот болтается, сами видите. Так что решать вам, ссылочка будет в описании, можно перейти, заказать. В принципе, на звук классно. Как покажет, как будет в быту, покажет жизнь. Всем до новых встреч, всем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем пока!